Рисовая диета для очищения организма. Рисовая диета очень полезна. Она способствует выведению шлаков из организма, благоприятно воздействует на работу суставов, обмена веществ и мочевыделительной системы. Очищение происходит за счет того, что в вымоченной воде рис выделяет крахмал и другие содержащиеся в нем вещества и становится полым. Попадая в организм, рис впитывает в себя все вредные вещества. Очень важно приготовить рис для этой диеты. Эту процедуру вам необходимо выполнять каждый день. Возьмите 1 или 1,5 килограмма риса и 4 банки объемом 250 мл. Необходимо пронумеровать эти банки. Итак, начинаем подготовку риса. В первый день в первую баночку номер 1 положите 2 столовые ложки риса и залейте водой. Второй день поменяйте воду в баночке номер 1 и в баночку номер 2 положите 2 столовые ложки риса и залейте водой. На третий день поменяйте воду в обеих баночках и возьмите банку номер 3. Поместите в нее 2 столовые ложки риса и добавьте воды. Четвертый день аналогичен третьему, также с добавлением новой баночки. На пятый день сливаем воду из первой банки, рис выкладываем в кастрюлю и заливаем кипятком. Варим 2-3 минуты. Затем ставим его в тепло и оставляем на 20 минут, после чего он готов к употреблению. Приправлять его ничем нельзя. Это будет ваш завтрак. И в следующий раз вам можно будет покушать только через 4 часа. Пить воду тоже нельзя. А теперь во всех баночках меняем воду, а в банку номер 1 кладем рис и заливаем водой. И так на протяжении всей диеты. На период диеты забудьте острое, соленое, кислое, жирное, также алкоголь. Старайтесь отдавать предпочтение растительной пище, пейте зеленый чай и воду. Питайтесь 3-4 раза в день. Не переедайте. Последний раз кушайте за 4 часа до сна. Принимайте калий в течение всей диеты, так как его соли будут также покидать организм. Длительно на этой диете сидеть нельзя. 3-9 дней будет достаточно. Из диеты нужно очень аккуратно выходить. Постепенно вводите в свое меню мясные и молочные продукты, кондитерские, мучные изделия, продолжайте кушать рис или другие крупы раз в день. И, конечно, укрепляйте результат любимым спортом. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.